Региональная научно-практическая конференция, состоявшаяся накануне в Бресте, это мероприятие, объединившее представителей различных сфер и отраслей жизнедеятельности под знамена единой цели – пропаганды традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей и защиты жизни. Мы собрали многочисленных специалистов из различных систем образования, медицины, воспитателей, педагогов, студентов, братчиков молодежных братств, духовенства. Именно с той целью, чтобы обсудить вопросы воспитания молодежи, воспитания в обществе традиционных, нравственных, семейных ценностей. Актуальность основной темы семинара сомнению не подлежит. В современном, информационно насыщенном мире порой не просто сделать правильный выбор и человеку взрослому, имеющему определенный опыт. Подрастающее поколение в общении и диалоге, затрагивающем темы нравственности и морали, нуждается особенно. И задача церкви. И задача университета, или одна из задач, точнее будет, это они общие, это нравственное воспитание нашей молодежи, патриотическое воспитание нашей молодежи. И вот эти цели, они являются сугубо одинаковыми. Естественно, когда мы объединяем усилия, и мы вместе выполняем вот эту работу, то я вправе ожидать и на более существенный результат. В числе вопросов, поднятых в ходе конференции, функционирование духовно-просветительских выставок, интерактивные подходы в воспитании молодежи, социальное служение церкви, предопортное консультирование, деятельность православных молодежных движений. Также были рассмотрены медицинские, психологические и педагогические аспекты традиционных семейных ценностей. Широкий охват позволил не только взглянуть на основную тему мероприятия с разных сторон, но и сам по себе стал доказательством необходимости многоступенчатого подхода в деле воспитания подрастающего поколения. У молодых людей есть интерес познавать истину. Они желают этого, они стремятся к этому. Они понимают, что если они не будут интересоваться духовной жизнью, то тогда они, опустятся вниз, в самый низ. Просто жизни даже не животного, причем животное тоже живет по законам, установленным Творцом, просто нечеловеческой жизни. Мы проводим конференции не только здесь, я благодарю очень ректорат за это сотрудничество, мы проводим ее в университете имени Пушкина. Собирается молодежь, она живо интересуется нравственностью, как нравственно жить, как правильно жить. Как правильно иметь семью, какую семью и как правильно иметь семью. Это потребность человека, это заложено в человеке, поэтому это радует. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.